украшение музея, это действительно экспонат. На таких самокатах катались дети, когда в магазинах не было такой техники, или когда родители не могли купить детям самокат. Их делали дети вместе с родителями, вместе с папой, из досок двух подшипников. И, конечно же, при езде по асфальту такая конструкция производила множество шума, потому что все цеплялось, все царапалось.